Хочу выразить благодарность в адрес руководителя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, к которому я обратилась напрямую. Не без участия Москвы, Следственный комитет Саратовской области активизировался в проведении проверки по поводу совершенного насилия в отношении меня, Ивана Пивоварова, сына вице-губернатора Игоря Пивоварова. Следственные действия продолжаются. Сложно приходится доказывать события того страшного злополучного дня. Уверена, что обращение напрямую к Александру Ивановичу Бастрыкину и большой общественный резонанс позволит установить истину и наказать виновника.